Друзья, и прежде чем вам показать и рассказать о своей рассаде, я хочу вас попросить подписаться на канал в Яндекс.Дзен. Я создала. Называется также Зоя Провинциалка. Аватарка – это рожица из спаржевой фасоли. Все то же самое. Потому что я также создала канал и на Рутуб, но, знаете, он очень и очень удобный. Вот крайнее видео загружалось ровно неделю. Ну, это вообще ни о чем. И Рутуб для меня, он, как оказалось, очень неудобный. Поэтому я решила заглянуть на Яндекс.Дзен, посмотрела, что и как. В принципе, меня все устроило. Ну, на Яндекс.Дзен будет кое-что новенькое. Поэтому подписывайтесь. Я очень рада буду видеть вас у себя в друзьях. Всем привет! Сегодня 2 апреля, Московская область. Хочу сделать небольшой ролик, обзор рассады, что на данный момент растет, как я за этим ухаживаю. Я надеялась, что вся рассада у меня поместится на этот стеллаж, но не тут-то было. У меня еще занят стол, подоконник. Ну, все по порядку. Итак, стеллаж, на котором стоит основная моя рассада, металлический. Здесь 4 полки, длина каждой полки 120 сантиметров, глубина 60 сантиметров. И на самой верхней, практически под потолком, находится рассада томатов. Это томаты высокорослые, здесь и сорта, и гибриды. Я их все буду выращивать в стеклянной теплице. Хорошо приживается. Я совсем недавно их только распикировала, показывала на видео. Самый первый серьезный полив я буду делать сегодня. Растворю гумат калия и пролью все эти пакеты. Пикировала в рассадные пакеты, они по 0,9 литров. Я загинаю бортик и потом буду досыпать, если это будет необходимо, землю. Вот так она выглядит. Конечно же, есть здесь подсветка. Без нее никуда, потому что рассада будет вытягиваться. Тем более уже в Московской области сейчас каждый день идет снег. Солнца мы практически не видим. Здесь же наверху стоят черенки. Это фуксия. Поставлены на штамп. Вот, выращиваю. Вот только заметила, что набила фуксия бутоны. Не видела. Все буду убирать. Верхушку, конечно, я не прищипываю, но как ставить фуксию на штамп, я потом покажу. Это Swing Time. 15.02 я купила на ВДНХ этот черенок. У меня был этот сорт фуксии. Котята его, в общем, уничтожили. Это фуксия Ля Кампанелла. 27.03 я получила черенок от агрофирмы Виола. И тоже поставила на штамп. Замечательно смотрится фуксия, именно Ля Кампанелла, просто на штамбе, невероятно красиво. А эта фуксия тоже куплена на ВДНХ, но почему-то она более крупная, махровая такая, красивая фуксия. Верхние листочки стала подкручивать, но я посмотрела, никаких насекомых, ничего нет, фуксия не заражена. Это от жары, хотя я брызгаю, увлажняю, но вот так. Это все три фуксии будут у меня на штамбе. Ну, я сказала, какой уход. Полив у меня будет сегодня раствором гумата калия. Я, между прочим, на лестнице нахожусь. Чтобы мне сюда добраться, на самую верхнюю полку, я становлюсь на лестницу. Это второй этаж. Я свет выключила, подсветку, потому что она биколорная и плохо вам видно показывать. А без света, конечно, темновато, но все равно, я думаю, все видно. Это моя рассада сладкого перца. Выглядит она шикарно. Тоже в 0,9-литровых пакетах. Как сеяла, как пикировала, я показывала. Есть видео, можно их кому если интересно показать. А здесь в основном сортовые там перцы и несколько всего лишь гибридов. Выглядит замечательно. Уход самый-самый простой. Я просто поливаю, полила после пикировки несколько раз гуматом калия. Все. Как видите, я уже перцы расставила на расстояние, чтобы листья не смыкались, чтобы не создавать скучность. Чем больше скучность у рассады, тем быстрее она заболеет. Я расставила буквально это вчера, потому что посмотрела, что на трех растениях у меня появилась ауэдема. Если я правильно сказала, если неправильно, напишу видео, как нужно правильно говорить. Вот, расставила, потому что влажность, скучность и привет всякие заболевания. Как борюсь с этим заболеванием? Я просто просушиваю землю, просушила,
уменьшила влажность и расставила расстояние на перце, рассаду на расстоянии, чтобы она проветривалась и дышала. И каждый раз после полива я рыхлю обязательно, это не только перцы, это все растения. Рыхление просто, это лучше, знаете, как в ботанике у меня учительница говорила, лучше один раз порыхлить, чем 100 раз полить. Так вот, это то же самое. Я просто беру пакет еще, помимо вот этого поверхностного рыхления, что удобно в рассадных пакетах, просто подхожу и вот так мну. И все. И вот этот ком земляной, он разрыхляется, если можно так сказать. В общем, чтобы здесь не было твердой земли, да, потому что земля — это почвосмесь моя, приготовленная с осени, и, конечно, она, знаете, здесь не один торф, как продается на, в мешках, это земля моя, здесь и биогумус, здесь и перегной, здесь и все, что нужно для рассады. Выглядит просто замечательно. Так, с той стороны я встану, я покажу баклажаны, не достану до них с этой стороны. Чем удобен этот стеллаж, что, видите, я подход имею со всех сторон. Если мне нужна эта часть растений, потому что полки глубокие, я подхожу сюда, работаю с этой частью растений. Потом обхожу стеллаж, работаю с той стороны. А вот как раз баклажаны я вам покажу. Выглядят они замечательно. Вот так. Я, как видите, открыла бортики, досыпала земли. Влажный тоже, точно так же рыхлю, помимо верхнего рыхления. Вот так подхожу и пакеты мну, чтобы воздух сюда поступал, чтобы земля не прессовалась, чтобы корни дышали обязательно. Вот так. Это очень хорошо сказывается на всех растениях. Замечательно они выглядят. Я посев не помню, когда делала. Я буду писать в видео, потому что я так все не запомню. В принципе, здесь все написано. 14.02 я посеяла, 18.02 они взошли, и 3 марта я пересадила вот сюда в пакеты. Вот все, в принципе, у меня и написано. Здесь просто номер и сорт. Так, дальше лестницу убираем. Это у меня рассада астры. Астра сеяла 8 февраля, 22.02. Значит, она у меня взошла. Выглядит тоже замечательно. Вот. Это стаканчики темные, пол-литровые. Я пикировала ее из общей плошки сразу сюда. Схожесть была шикарная. Это семена домашние. То есть я покупала у цветочницы. Она собирает семена и продает. Вот. Схожесть отличная. Вот после пикировки вот сюда в стакан ни одного выпада у меня не было. Смотрите, как она выглядит. Ну, хорошая рассадка прям. Это астроальпийская. Это растение для моей будущей каменной горки, которую я в этом году буду создавать. Это низкорослая астра. Буквально 10-15 сантиметров она. Вот. Тоже это полив гуматом калия. Больше ничего. Это у меня лобелия. Это лобелия. Сеяла я ее 14 марта. И вот буквально недавно я ее рассаживала. Этот ящик полностью у меня белой лобелии. Это лобелия. Сейчас я зайду с другой стороны. Потому что мне кажется, вот так светлее будет вам показывать. Ну да. Значит, это лобелия белая, сеяла в таблетке. Это семена россыпью. Это лобелия серии Ривьера. Здесь 4 сорта. Темно-синяя, голубое небо, розовое и синие глаза. Все взошло у меня 100%. Все приживается. Распикировала я ее, по-моему, дня 3 или 4 назад. Вот. По 2, получается, по 2 мультидрожжи в каждый стаканчик. Это стаканчик пол-литровый, обязательно здесь есть дренажные отверстия. Полив, так как растение маленькое, как вы видите, полив тоже здесь должен быть своеобразный. То есть я рассаду не проливаю весь стакан.
Вот я вижу, что растение маленькое, у меня полив. Я предполагаю, что корешки у меня где-то здесь, так и полив у меня поверхностный. Если проливать всю землю, земля закиснет и толку никакого не будет. Поэтому я сразу сажаю в пол-литровые стаканы, без пикировки. Именно отсюда она пойдет у меня в открытый грунт. Вот. И я знаю, как поливать маленькие растения, посаженные в большой объем. А вообще есть вероятность, что растение может погибнуть от неправильного полива. Ну, понятно это дело. Так, это у меня посеяно. Сейчас покажу. Абриета. Сеяла 13 февраля. 25.02 она у меня взошла. Абриета — это цветочный ковер. Хорошо она выглядит. Пол-литровый стакан рассаживала. По 2 штуки. Я уже прищипнула. Я не знаю, наверное, здесь плоховато видно, но уже пошли боковые отросточки. Ну вот, сейчас по этой, наверное, лучше будет видно. Вот, видите? Отлично. Абриета. Хотя вот она боковые дает очень долго. Вот здесь, видите, есть боковые, а здесь никак. Хотя прищипнута давно и никак она не даст. Вот баклажаны. Я их буду выращивать в мягких контейнерах по 34 литра. По 2 штуки в каждом контейнере в открытом грунте. Я уже так выращиваю баклажаны 2 года, и все замечательно. Это третья полка цветочная. Дальше у меня идут четвертая полка. Здесь пурпурная мантия. Это камнеломка высажена. Тоже пол-литровый темный стакан. Пучками рассаживала. Ну, я там дальше не буду показывать. Это все камнеломка. Вот она, красавица. Это колокольчик Саманта. Это смесь. Высевала я 5 февраля. Рассаживала тоже пучком. Это семена домашние. Покупала у цветочницы. Схожесть была 100%. Рассаживала также в эти стаканы пол-литровые. И выпада у меня ни одного. Вот там она вся у меня и сидит. Не особо быстро она растет. Я думаю, что она просто наращивает корневую систему, так как объем земли большой. А потом уже нарастит корешки и уже стартанет верхняя часть. Это мшанка. Я тоже ее сеяла 5.02. Зашла она хорошо. И рассадила тоже пучками. Видите? Хорошо, в принципе, тоже она идет. Не сильно быстро растет, ну и ни к чему. Это овсяница. Это тоже для альпийской горки, для моей. Высевала 4 февраля. 24 февраля она у меня взошла. Овсяница всходила неравномерно. Вот тоже, допустим, посев 4, а взошла она 20 февраля. Вот здесь 4 сила, 19 взошла. Вот так она выглядит. Замечательно для срока посева. Овсяницу я уже семенами выращиваю второй год. Замечательно все у меня получается. Ну, здесь у меня, конечно, мелочевка. Сейчас я вам покажу. Это абриета синяя. По 3 штучки посадила. Маленький объем. Ну, вот так выглядит. Накрываю пока так слегка крышечкой. Это у меня тоже камнеломка. Здесь у меня подписано. Это цветочный ковер. И здесь пурпурная мантия. По-моему, так называется. Да. Еще в таблетках. Схожесть хорошая. Пускай растет. Потом буду ее рассаживать тоже по стаканам пол-литровым. Конечно, еще надо дождаться, чтобы опустил один хотя бы настоящий листик. Это у меня черенки тех фуксии, которые я вам показывала. Это дубликаты. Это если что-то случится с теми фуксиями, которые на штамбе стоят, у меня всегда есть замена. Вот 2 черенка одного сорта, 2 черенка другого сорта. Это перлит или вермикулит, я их путаю всегда. Просто смочила и поставила череночки. Вот они уже прижились, корни там, между прочим, довольно-таки хорошие. Здесь у меня черенки лаванды. Вот так. Лаванда у меня в этом году очень плохо идет. Я не знаю, может быть, это такие сорта капризные. Но у меня с лавандой никогда проблем не было в выращивании. Вот пришлось даже начеренковать, чтобы не потерять 2 сорта. Это семена были профсемена.
Вот. Так, это я досеивала томаты. Кира досеяла 2 штуки. Один киру я убрала, потому что она взошла шапочкой. Один у меня остался. И досеивала еще требус, так как они плоховато взошли. Вот 2 штуки посеяла, 2 всходят. Так, здесь вот как раз это лаванда. Вот так она выглядит. Сейчас написано у меня, какого числа посеяла. Вот, значит, сеяла я, это сорт голубой аромат, сеяла 5 февраля. И вот сюда в стаканчике я 18 февраля ее посадила. Схожесть была 50%. Вот, из 15 семян, одного было сорта 5 семян, другого 10. У меня осталось вот 5 штук. 5 саженцев лаванды. Ну, это мой прострел, ой, из 2 плошек, которые я вам показывала, как я высевала, у меня выросло только, взошло только 3 прострела. Значит, 25 января я высевала, 13 февраля взошли, 16 февраля я сюда посадила в стаканчик. Растет очень и очень медленно, вот у него только 3-й настоящий листик. И вот так они выглядят. В общем, у меня 3 прострела на сегодняшний день. Вот 2-й такой же. Вот он, 3-й прострел. Ну, очень мне хочется их видеть на своей альпийской горке. Не знаю, как получится. Ну, здесь у меня черенки от растений, которые я получила от агровиолы, поставила тоже дубликаты на всякий случай. Мне, в принципе, они не нужны, но чтобы не потерять основные растения, я все-таки делаю дубликаты. Также я уже посеяла базилик, я его выращивала в стеклянной теплице, там, где перцы и огурцы у меня растут. Это сорт карамель, высевала 27 марта, замечательные всходы. Это семена мои собранные. Это базилик лайм. Такой насыщенный у него, конечно, лимонный вкус, привкус и аромат. Очень-очень хороший базилик зеленого цвета все. А это базилик лимон. Зашло он не очень хорошо, так как семена уже у меня давно лежали. Они, наверное, 2- или 3- годичные. Поэтому, видите, схожесть не очень хорошая. Но если вот вырастет то, что сейчас зашло, мне этого будет достаточно. Потому что базилик очень-очень хорошо разрастается. Я его сажаю пучками, там по 3-4 штуки. Все отлично. Вот это весь стеллаж. Так, дальше у меня же еще занят стол. Аквилегия, смотрите. Здесь у меня окно. Вот, в основном это освещение от окна и небольшая биколорная лампа, которую я включаю. Свет сейчас везде выключила, чтобы хорошо видно было рассаду. Аквилегия, это винки, смесь. Высевала я 4 февраля. Семена были домашние от цветочницы. Взошла она очень хорошо, как вы видите. И я, когда ее уже рассаживала, я рассаживала по 2 штуки в 0,5-литровые стаканы. Я решила так сделать, так как эта смесь, здесь уже сразу видно, это будет светлая аквилегия, это будет или голубая, или синяя, видно сразу, видите, или фиолетовенькая, а по листьям видно. Вот. Столько аквилегий, они здесь больше 20 стаканов, мне столько не нужно, вот половину из них я буду продавать. Так, это аквилегия черная. То же самое я высевала 4 февраля. В один ящик я высевала, снимала видео. Тоже рассадила по 2 штуки. И она, конечно, видите, заметно меньше. Это не от того, что она карликовая. Ну, карликовая, понятно, что и рассада будет поменьше. Но она всходила очень-очень долго. Если это уже было с 3 настоящими листьями в ящике, то это только начинало проклевываться. Я уже думала, ничего не взойдет. Но взошло 100% по 2 штуки. Рассадила в 0,5-литровые стаканы. Замечательно выглядит. Я оставлю, скорее всего, все стаканчики себе. Это томаты для раннего потребления. Я их буду выращивать. Это гибриды. Здесь 2 гибрида высажено. Это, допустим, вот галина. 6 марта я высевала. 23-го я сюда уже рассадила в пакеты в рассадные. Это томаты среднерослые с ограниченным
ростом для мягких контейнеров. В 26-литровый, в 36-литровый я буду высаживать в мешки и выращивать в открытом грунте. Это сорт Галина гибрид и гибрид Кен. Ну, здесь, в общем, вот так они выглядят. А значит, по 3 штуки сеяла, по 3 штуки каждого гибрида взошло. 100% схожесть. Ну, здесь, я не знаю, горе мое горе. Это китайская гвоздика. Значит, сеяла я ее 2 февраля, 19 февраля. Но у меня вся взошла. Схожесть была просто великолепная. Тоже домашние семена цветочницы. Ну, я думаю, что это не мой цветок, потому что... Я уже, наверное, стаканов 5 или 6 выбросила, потому что, ну, не идет она у меня вообще никак. Она какая-то светленькая, что и не хватает света, питания, земля хорошая. Я ее прищипала. Вот этот кустик еще самый, наверное, красивый. Вот, допустим, вот этот куст я прищипывала уже вот второй раз. Вот видите, где короткие вот эти листики? Это там была прищипка. Она не захотела давать боковые побеги. И дальше начала вверх расти. Я ее прищипнула вот здесь еще раз. Посмотрим, что из нее выйдет. Пропадает, сохнет, листья крутит. В общем, это гвоздика, китайская смесь. Не знаю, хотела я тоже. Она как мне ее продавала цветочница, как многолетник у нее растет. Она собирала семена со своих растений. Но не знаю я. Если доживет до высадки, я буду, конечно, очень рада. Но рассада никакая. Вот так выглядит у меня аквилегия. Просто замечательно, радует меня. Я этот цветок, между прочим, полюбила в прошлом году, когда купила свою первую аквилегию. У меня есть одна в саду. Вот мне еще захотелось, и я заказала еще гибридные, красивые, махровые аквилегии. Придет посылка, я обязательно покажу. Так, ну, теперь идем к томату. Помните, томат — это балконное чудо, тоже высевала. Сейчас скажу, когда. Значит, 5 февраля посеяла, 8 февраля взошли, и 20 февраля я пересадила в горшок. Ну, начинала я вот с такого горшка полулитрового, и потом уже пересадила здесь, по-моему, то ли 8, то ли 9-литровый вот этот горшок. Большой объем, и здесь этот томат будет расти. Ну, хочу сказать, что я балконное чудо высевала 5 семян, из 5 взошло одно растение, и... Значит, потом еще одно вот такое растение взошло. Вот представьте, разница какая. Значит, если тот взошел 8.02, а этот взошел 19.02. Вот из 5 два растения взошло. Схожесть никакая, хотя семена были профессиональные. Я думала, это этот сорт, он небольшой высоты, но он не хуже, чем... высокорослый томат. Первую кисть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Под 11 листом, как высокорослый сортовой томат. Представляете? И вот она, первая кисть цветочная. Набивает. Он ее только набивает. Представьте. Вот она. Малепусенькая какая. Здесь был уже пасынок, я его убрала. Подвязываю к бамбуковой палочке. Ну, честно говоря, пока вот на данном этапе мне этот томат вообще не нравится. То, что слишком высокорослый. Я надеялась, ну вот, здесь остановится его рост и будет уже кисть завязывать. Но здесь вообще, что такое? Такое дерево и вот только первая цветочная кисть. Ну, такой же растет. Скоро нужно его, конечно, пересаживать больше объема. Места уже мало. Но буду ждать. Уже взялась выращивать. Буду ждать урожай. Так, и теперь это здесь, в принципе, все. Я хочу вам еще показать лук. Лук Exhibition. Здесь у меня стоит теплый коврик. И весь лук Exhibition, который я высевала, я вам показывала в ящике. Он взошел... отвратительно. Вот не сказать ничего. Процентов 15 из 100 семян, наверное. Вот я еще посеяла. Сейчас на теплом коврике начал всходить. Вот он. Более или менее. И этот лук тоже Exhibition я посеяла буквально вот на днях. Всходов здесь еще нет. Стоит в бутылке на теплом коврике. Вот сейчас процентов еще побольше, там процентов 30 взойдет. Я уберу его уже в холод, может быть, даже в теплицу вынесу. Ну, пока всходит, пока неплохо. Из
посеянного сейчас лука я вам покажу. Из первого посева у меня вот лук. Лук эксибишн. Здесь, конечно, ничего не скажешь. 80% взошел. Надо будет из этой плошки просто вытащить с этим комом и в большую тару поместить просто с землей. Вот так. Потому что эта плошка маленькая для лука. Это вот голландские семена. А семена, которые я сеяла от элиты, взошло, я вам вот говорю, 10-15%. Все. Надеюсь, здесь будет хорошая всхожесть. Конечно, я луковицу уже не получу. 800 там или 600 грамм. Ну, грамм хотя бы 250-300, я думаю, что должна вырастить. Хотела еще показать, что какие буду делать посевы. Значит, огурцы я буду высевать с 10.04 по 15.04. Бархатцы с 10 апреля по 12 апреля. Подсолнухи, тыквы, кабачки буду высевать с 20 по 22 апреля. Рассаду в прошлом году выносила 14 апреля. Вот не раньше этого дня я буду выносить и в этом году, потому что идет снег, морозы, и смысл раньше рассаду выносить абсолютно нет. Так, здесь у меня на подоконнике стоят черенки от агрофирмы Виола, без подсветки, свет только от окна. Выглядят они неплохо. Это фуксия, я их все прищипнула. Смотрите, как хорошо пошли боковые побеги. Вот. Отлично. Это осиосперма. Тоже прищипнула. Идут боковые побеги. Колюс. Королевская пеларгония. Вот они, пеларгонии. Тоже я их все прищипнула. Вот видно, здесь прищипка. Здесь прищипнула, чтобы пошли боковые. И вот здесь я прищипнула. Вот. Выглядит хорошо, света им достаточно, окно большое. Это рассада кактусов зимостойких. Растут они очень-очень медленно. Обрастают колючками, так интересно наблюдать. Это опуция. Тоже зимостойка. Буду выращивать в открытом грунте. Вот на сегодня у меня, в принципе, все. Все, что хотела, я вам показала свою рассаду. Я думаю, что она выглядит совсем неплохо. Все отлично. Идет все по графику. Единственное, быстрее бы пришла весна к нам. Растаял уже снег, потому что снег идет каждый день. А я уже успела, между прочим, пока было потепление. Вот когда на неделю назад в Московской области я уже почистила двор от листвы и обрезала гортензии. Гортензии метельчатые и древовидные. Вот. И настал холод. Пошел снег. Вот так. Я желаю вам всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал. И всем пока.